Так, о, нет, 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 смотри. О, он упал. Что, ты куда улетел вверх? Да ёлки-палки. Так, 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 давай, 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 давай. О, видели? Потайной ход, и нужно было резко вот сюда вот за лизунчиком пройти. Привет, это канал Game Movies. И добро пожаловать в Tales from Space Mutant Blobs Attack. Нажимаем сюда Story Mode. Army Base, армейская база. И у нас следующий уровень 20, но я не проходил 19, ну то есть не снимал видео, потому что, ну короче, я там кое-что неправильно сделал, так что я записываю видео еще раз. Так, вот наш лизунчик. В прошлый раз я там был, лизуна не забрал. Там был, короче, один шанс забрать, его нужно было очень быстро. Ну, в общем, чуть-чуть позже вы увидите, что там нужно было делать, чтобы забрать лизуна. Там обычно, я думаю, с первого раза вряд ли кто бы смог забрать его. Так, патроны падают. Так, вы куда? Патрончики. Ой, так. А там что? А, там ничего нету. Там пустота просто. Я сразу боялся туда упасть. А там, оказывается, пусто и все. Ничего там нету. Так, я, кстати, был, нашел одного лизуна. Но где второй, я вообще понятия не имею. В прошлый раз все исследовал бы. Кстати, вертолет невыбиваемый пока что. Пока я слишком мелкий. Ой. Так. Да ё-моё, меня сейчас прикопнет. Так, немножко не забрал. Отлично. Отлично. Так, стоп, я же не забрал там кое-что. Да, вот это я не забрал. Тут я пока что пройти не могу сюда. Так, поэтому я пока что вверх буду лететь. И забрать вот эти вот все штуковины. Так, прыжок. Нормально делай. Так, тут военные все эти и танк. Танк я съесть не могу. Кстати, один лайфхак. Сейчас я вам покажу его. Вон туда нужно будет, кстати, зайти. В левую сторону. Какой лайфхак? Смотрите, это правда, наверное, долго будет, но... Можете чуть вперед перемотать. Танк нужно скинуть вниз. Так, давай толкайся. А зачем его нужно скинуть вниз, я вам потом расскажу. Когда зайду вот в эту вот, там где с левой стороны была пробка, и вернусь вниз. Там будет понятно. Так, ну танк, конечно, тяжелый. Долго двигается. Ну давай, танчик. Танчик. Двигайся вниз. Кстати, если он упадет вниз, он может разбиться, и его можно будет проще съесть, наверное. Кстати, я, может быть, даже сейчас его смогу съесть. Так, о нет, он застрял. А, вот все. А нет, не застрял. Смотрите, его просто нужно было так вот подергать. Подергать нужно было, и танчик начинает просто двигаться дальше. Но очень долго. Очень долго танк двигается, так что, ребята, мотните немножко, наверное, вперед. До того момента, когда танчик просто вниз упадет. А потом я покажу, что нужно делать дальше. Давай, лизунчик. Толкай его. Ой, ну можно было побыстрее немножко сделать, конечно. Слишком медленно. Я вот один лизун по дороге видел, а второй никак не мог на карте найти лизун. Так что, не знаю, у меня такое ощущение, что он может быть в танке вообще в этом. Сейчас посмотрим, вдруг это... Правда. Кстати, он вот по этой вот штуковине вверх, я надеюсь, не будет обратно подскакивать. По этой вот стрелке, которая с левой стороны. Ну давай, танчик, такой уже медленный. Падай вниз. Сейчас, кстати, и посмотрим, что с ним там случится. Прям сейчас прыгну вниз за ним. Так, о, нет, 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 смотри, о, он упал. Что, ты куда улетел вверх? Да ёлки-палки, танк, ты что, издеваешься? Он там себя, что ли, подбил? Ну-ка, точно, смотрите, он сам себя уничтожил. Да, теперь он очень легко катится, прикольно. Сначала танк вниз упал, а потом вверх. Так, все, стой здесь и...
Больше не надо вверх прыгать. Так, ладно. Теперь я там еще кое-что не забрал был. Ого! Это я случайно нажал. Но было прикольно. Так, вон там, вон выше, я кое-что не забрал. Вот здесь вот. Так, как тут прыгать вниз? Вот. Вот здесь вот не забрал кое-что. Так, и вот пробка. Ребята, вы видели там где-то лизунчика? По-моему, нигде больше не было его. Эта штука, кстати, в... тоже в две стороны крутится. Против часовой и по часовой. Смотрите, я сейчас вверху, а мне нужно внизу будет вылезти. Мне, получается, полный круг нужно вот так вот совершить. И сделать так, чтобы меня не задавило. Тут нужно направление выбирать. Так, давай, 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 скорее. Протискивайся тут. Чуть-чуть осталось. Так, в обратную сторону теперь нужно крутиться. Так, так, и теперь в эту сторону. Все. Все, теперь я могу вылезти. Так. Не забрал. Вы видели внизу, какая быстрая штуковина? Так, знаете, что мне нужно сделать? Я думаю, уже догадались. Так, я вниз. Падай и вперед! Меня заносит туда. Так, отлично. И теперь... в обратную сторону по точно такому же принципу. Опа. И все шарики синие по дороге даже забрал. Так, там вертолет что ли воскрес? Я его вроде бы прикокнул. Так, эта штуковина включилась, но одновременно вместе с этим. Так, а почему вертолет тут? Я же его вроде бы уничтожал или нет? А, не, подождите, я был, наверное, маленький и не мог его уничтожить. Точно, точно, точно. Так, танк я не могу все равно съесть. Да что это такое? Танк несъедобный. Кстати, зачем я его сюда вниз опустил? Я хотел попробовать его съесть. Но видите, вот эта вот стрелка, которой я вверх раньше прыгал, там где был танк, она исчезла. Так что я бы за танком никак бы не вернулся, если бы он вверху находился. Так, ну это, конечно, извращение какое-то, но... вот если танк просто вот сюда вот запихнуть и кинуть его на ту сторону, получится у меня его с собой. Не, наверное, не закинется он никак. Ну, там, давай, давай. Нет, подождите. Я не знаю, может быть, это против законов физики этой игры так делать. Так, вон. Как больше? О, смотрите. Ничего себе! Улетел прямо в шипы. Да, наверное, вот отсюда я его никак уже не достану. Ну ладно. Ладно, не будем заморачиваться с этим танком. Главное, что я попытался. Так, видите, меня тут чуть не засосало. Я уже пробовал. О, смотрите, там с правой стороны еще. Это лазер, как мне туда добраться? Никак не добраться. Я, кстати, пробовал вот этот танк туда вниз запихнуть, но у меня ничего не получилось. Только вот вопрос, зачем он здесь вообще находится, если его нельзя вниз? Ой. Так, 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 давай, 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 давай. О, видели? Потайной ход, и нужно было резко вот сюда вот за лизунчиком пройти. Вот, в прошлый раз у меня не получилось, потому что эта штуковина вот в одну сторону только толкает меня, и я уже не мог вернуться в обратную сторону. Так, здесь, кстати, тоже не так уж просто. Почему не просто? Потому что тут нужно менять направление и одновременно на клавиатуре нажимать несколько кнопок, вот. Ладно, ну я уже, видимо, научился. Несколько раз проходил этот уровень. И уже умею делать как надо. Так, оп. Стоп.
Подожди, в обратную теперь сторону крутись. Так, давай вниз. Все. Так, ну где же лизунчик? Ребята, где может быть еще один лизунчик? Я вот не представляю. Я же все обследовал там. Так, вертолеты сжирать могу. Вот тут ну, стрелять в меня, негодяй. Так, сейчас я съем тебя. Так, ладно. Запрыгиваю наверх. Вот где лизунчик? Вот где он может быть вообще? Иди сюда, вертолетик. Так, патроны. Отлично, еще один вертолет. Так, танк я пока не могу снять. Ой, сейчас у меня прикол какой-то там. Кстати, если его скинуть вниз, он сломается, и я его смогу теперь уже съесть. Смотрите, он не сломался, он просто скинул в другой танк. Один танк в другой стрельнул. Прикольно вообще. Да, вот это прикол, конечно. Ой. Так, тут положит. Так, сейчас меня прикончат. Да я на ракету напоролся. Так, вертолет, иди сюда. Так, еще этот. Людей запасы все съедаю. Вертолет хаваю. Эти штуки съедаю. Так, доем его. Так, танчик, давай, прыгай вниз. Прыгай, давай. Так, что у них там? Мне нужно его... О, сейчас он в меня стрельнет. Нет, не стрельнул. Так, чуть-чуть давай вперед. Вперед, вперед, вперед. Отлично. О, я его съел, кстати, сразу же, видели? Прикольно, просто я уже, наверное, довольно-таки плотный. Ну ладно, зато вот этот танчик. Вот этот танчик, смотрите, что он сможет. Он сможет попасть через вот этот вот. Я не знаю, что это ящик, наверное. Он сможет через ящик попасть в тот, наверное. Если достренет. Да, достренил вообще. Четко. И теперь я смогу танк этот съесть. Так, но это еще не все. Тут же еще один танк есть. И вот этот танк я могу скинуть вниз. Так, надеюсь, он там не перевернулся. Да, надеюсь. Ну-ка. Я его смогу обратно перевернуть или уже кирдык ему. Не, наверное, кирдык я уже никак его не переверну. Не переверну никак. Так, ну хорошо бы, чтобы вот этот вот вертолет. А их там двое вертолетов. Чтобы вертолет у меня. Хотя ладно. Ладно, будем без вертолетов играть. Так, теперь мне нужно вот сюда вот добраться, до всех этих вот запасов, чтобы я стал огромный и чтобы восполнил, кстати, жизни тоже. Ой-ой-ой, да что же это такое? Иди сюда. Так, танк я не могу все равно живой есть. Так, ладно, тогда я заберу еще вот эти вот очки, которые сверху оставались. Так, и вроде бы внизу уже... Да, вот это, конечно, прикольно. Надо сразу все вертолеты начать. Потому что вертолеты мне не дают ничего сделать. Они только стреляют в меня. Так, вот еще вертолет. Еще один. Сколько их? Все в поле в вертолетах. Кстати, я сейчас съем патрончики и смогу вылечиться. Так,
Слушай, вертолетов больше вроде бы нету, ни одного вертолета нигде. Теперь они меня сверху не стреляют, теперь только танки остались. Так. Ладно, долго это длится уже вообще-то. Уровень идет. Ой. Дай-ка я летаю. Вот за этим я пришел. Так, забираем. Осторожно. Так, и я стал довольно-таки огромный, чтобы съесть ту пробку. Так что с танками можно не мудохаться. Но у меня есть подозрение, что в одном из танков находится лизун. Возможно такое или нет. Потому что я все в этом уровне уже изучил, обыскал, но что-то непонятно, где лизун был. Ладно, посмотрим, там разбился или нет. Да, один танк прикончил второй танк. Ну ладно, идем на новый уровень. Ну что, ребята, на сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Если понравилось видео, жмите лайк, подписывайтесь на канал. Так, в следующий раз будет уровень 20. Да, в общем, всем удачи, хорошего настроения и пока-пока.